как-то на Домодедово. Вот здесь у нас идет. Вот. Идем. Вот здесь, ой, всякие орешки, пожалуйста. Приходите на Домодедовский рынок. Приходите на Домодедовский рынок. 290. Что еще? Сейчас. Покупайте колбаску разных видов, разных сортов. Я вот не знаю даже. Всякое разное. И на оливьешку, и просто порезать на овощные нарезочки. И в салатики, да, сейчас вот любой салат добавляешь, и ветчину, и все. Приходите. Кто какой вид колбасы любит. И сало, вот, пожалуйста, на любителя. И с прослойками, и просто. Приходите на Домодедовский рынок. Какое изобилие всего. Пожалуйста, всякие кофе, чаи на Домодедовском рынке. Есть выбор всякий разный. Печеньки, чай. Вот, пожалуйста, тебе подарочки. Да? Всякие конфеты разных сортов. На Домодедовском рынке, пожалуйста, подарочки. Да, да. Ага. Всякие виды колбас разные. Копченые, грудинки. Пожалуйста. На Домодедовском рынке. Приезжайте, покупайте. Тортики, пироженки на Новый год покупайте, пожалуйста. Смотрите, какие интересные, сладенькие всякие. И дизайн. Кто торт не может есть, рулетики есть. Вот малиновые интересные. Пироженки вот можно положить в корзиночку красиво. Упаковать и подарить любому, даже сладкоежке. Просто вот, пожалуйста, для сладкоежек очень много разных пироженок. Я, правда, сладко не ем, но прям вот глаза разбегаются на все это сладенькое такое. Ой, какие пироженки, пожалуйста. Разные. С всякими начинками, с всякими интересными. Вот, пожалуйста, ребенку ежик интересный. Вот более такой, Наполеон очень, это торт нашего детства. Вот, пожалуйста, можно вместо цветов живых и вообще любого букетика просто подарить тортик букетика, сюрприз вот такой для девушки. Я дарю тебе цветы, но в виде тортика. Вот зимние, пожалуйста, новогодние. Пожалуйста, приходите на Домодедовский рынок. Вот такие вот красивые, интересные тортики сладенькие Фильме всякие. Сейчас. Пироженки, вот, пожалуйста. Смотрите, сколько много интересного сладенького для сладкоежек. Скажите, пожалуйста, что за фирма выпускает? Оникс. 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 Приходите. Компания, да, находится у нас на Планерной, в Москве. Да, вот. Приходите. Спасибо. Что бы вы хотели пожелать сладкоежкам в новом году? Чтобы побольше вы покупали у них эти тортики, покупали у нас, да, почаще. Вкусные приходили. Тортики, да? Вкусные, да. Очень. Да. Спасибо большое. Вас тоже с наступающим Новым годом. И чтобы у вас было очень много-много в Новый год клиентов. Спасибо. Самое главное. Вот такая лошадка. Стоит с овощами. Грустная лошадка. Вот такие творожки. Всякие разные. Молоко, творог. Всякий разный творог. Приходите на вот такие творожки свеженькие. На десерты, на всякие блюда. Мясо вот такое свежее, разных сортов. На Домодедовском рынке. И лопатки, и карбонаты, и шейка. Приходите на Домодедовский рынок. Свежее все. Ой. Такая рыба свежая. Креветочки разные. Какой свежий. Всякая рыбка вкусная, да?
обязательно на Новый год, кто не любит мясо, приходите за свежей рыбкой. Приходите на Домодедовский рынок. Посмотрите, какое изобилие рыбы. Разное. 500 рублей. Икра. Копченая рыба. Всякие. Она что-то хочет купить. Конечно, обязательно. Кино права. Конечно. А вот какая красота. На морской салат. На всякие разные салаты. Такие вот всякие разные креветочки. Такая сумка разная. Свежая, приходите на Домодедовский рынок. А это, белорыбица, какая прям аппетитная. Кто сказал? Все можно. Филипп, да. У вас здесь террорист. А что вы хотите пожелать людям Новый год? Счастье. Счастье? Да. И рыбу, да, чтобы побольше у вас покупали? Правильно. Вот видите, какой позитивный продавец. Вот и поверьте мне, к вам именно придут. А спасибо. Вот к ним, к соседям, спасибо, уже нет. Спасибо. Потому что вы пожелали людям счастья, здоровья. А они говорят, вон, пожалуйста, в этих прям рыбу можно поймать и купить. Свежую прям. Рыба вообще очень большое изобилие. А я обязательно к Новому году приду за рыбой. Вот он к тому мужчине, который торгует. Ой, сазан. Его бы в духовочку. Вон. И поймать изобилие меда здесь вот на Домодедовском рынке. Можно и в тортик положить. И на улице сразу чувствуете? Да я уже чувствую. Такое изобилие меда. Какая красота. Грибов, солений всяких. Разных. Ну как можно мимо такой красоты пройти и не съесть? И кимча, капуста. И помидорчики, и огурчики. Вот такое все. Устренькое. Рулетики. Да, устренькие. Овощные. Вот такое. Виноградные листья, вот кому нужно. Лучок красный, этот. Квашеная капусточка. Вот настолько все здесь свеженько. И попробовать можно, и покусить вкусные, да, вижу, и капусточку. Вот такое изобилие здесь всяких разных, корейские салаты разных видов. Все свежее. Ой, прям слюньки. Слюньки прям идут. Все. Сейчас обязательно что-то куплю, потому что корейская кухня – это самое мое любимое. Салатики корейские. Я прям люблю. Нравится мне. Вот, пожалуйста, приходите на Домодедовский рынок. Здесь посмотрите, какое изобилие корейских салатов, солений всякие. Прям я говорю, аж захотела. Я обязательно куплю. А что бы вы хотели пожелать на Новый год людям? На Новый год, чтобы худшего? Худшего. Да. А мне показалось, боже мой, думаю, хуже, по-моему, уже некуда. Надо обязательно, да. Приходите на Домодедовский рынок. Посмотрите, какое изобилие. К новогоднему столу виноградик и черный, и розовый, и белый. Всякие разные. Даже не заразные. Приходите на Домодедовский рынок. Вот такое вот изобилие. И гранаты. 130 рублей.
апельсины 80. Перчик, огурчик, чили, любые помидоры, огурцы. Зеленушка разная, и кинзушка, зеленушка, и капусточка, все есть. Зеленушка возьми, моя девочка, здравствуйте. Здравствуйте. Всякая зелень. Какие красивые гранаты. Мандарины, пожалуйста. Сладкие, 50 рублей, пожалуйста. Хурма, 50 рублей. Вот такой рынок большой. Все есть. Даже сливы по 50 рублей есть. Вот, пожалуйста, приходите на Домодедовский рынок. Посмотрите, прям свежие. Ам хочется съесть. Виноградик, мандарины, помидорчики, огурчики. Все свеженькое. Вот такое изобилие на Домодедовском рынке. Зелень, пожалуйста. Все есть. Картошечка, даже тыкву. Вот кто на диете, вот можно купить, запечь в духовке тыквенные. Картошка, морковь, свекла, лучок, капусточка. Все есть. Пожалуйста. Выбираем на Новый год баклажанчики. Все есть. Посмотрите, какая приправа. Всякая разная. Орешки. Всякие разные. Цукаты. Приходите, посмотрите, какое изобилие. Там килограмм? Да. 249 рублей. Курага, чернослив, орешки. Да, я поняла. Сладости всякие, пожалуйста, на новогодний стол можно тоже поставить. Халва, всякие разные сладости. Приходите на Домодедовский рынок. Чернослив прям свежий, видно. Разные в Домодедовском рынке к Новому году. Приходите на Домодедовский рынок. Елочки разные. Можно купить просто веточку. Можно эта веточка кого-то побить в Новый год. Правильно, молодой человек? Да? А что бы вы хотели пожелать на Новый год людям? Добра. Добра? Правильно, потому что я даже сегодня по рынку ходила, и некоторых снимала, и я говорю, люди стали очень злые. Нужно быть добрее и терпимее друг к другу. Спасибо большое. Посмотрите, какая красота. Приходите на Домодедовский рынок за веточками елочек, за елочками.